Всем привет! Сегодня готовлю быстрый ужин. Этой серии все смешали и забыли, а через час уже вкусный ужин ждет вас. Маринуем куриные бедра, добавляем соль, паприку, приправу для курицы, майонез. Хорошо надо все перемешать и оставить мариноваться на 1 час. Нарезаем одну луковицу и натираем на крупной терке одну среднюю морковь. Подготовленные овощи выкладываем в форму. Кладем уже подготовленную промытую гречку. Теперь подготавливаю соус. В миску кладу томатную пасту, добавляю соль, сухой чеснок и разбавляю все водой. Все точные пропорции я, как всегда, укажу под видео. Подготовленный соус выливаем в гречки с овощами. Хорошо все перемешиваем. На гречку с овощами выкладываем куриные бедра. Запекайте куриные бедра с гречкой до готовности. На это у меня ушло 50 минут. И вот такой вот несложный, очень быстрый ужин уже готов. Мясо получается очень сочное, с красивой запеченной корочкой. Гречка получается очень рассыпчатой, и приятным дополнением становятся запеченные овощи. А если вам понравился рецепт, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем приятного аппетита и до новых видео!